Бараку Обаме 49. Глава Белого дома отметил день рождения в Чикаго в окружении друзей. Первая леди Мишель Обама и младшая дочь Саша путешествуют по Испании. Старшая дочь главы Белого дома Малия отдыхает в летнем лагере. Впрочем, в день рождения Мишель отправила супругу электронную открытку, которую подписали более 1 000 000 человек. Поздравили Обаму и мировые лидеры.